ну вы даете! Давайте перейдем к дальнейшим новостям с обманом. Фармацевт рассказывает, как Нурофен каждый раз, выпуская новую упаковку, нагревает на деньги потребителей. Напоминаю, основной действующий компонент в Нурофене – это ибупрофен. Если бы у меня была возможность позвонить какому-нибудь производителю лекарственного препарата, я бы позвонила в компанию Reckitt Benckiser, которая производит Нурофен, и сказала: «Остановись на бэби, это уже невозможно». Нурофен таблетки. Есть 10 таблеток, есть 20. Загибаем пальчики. Съедем дальше. Нурофен Форте. Дозировочка повыше. Нурофен Экспресс Леди. Но тот неловкий момент, когда они имеют одинаковый состав, но цена в два раза отличается. Ну, потому что Экспресс Леди, потому что девушкам они нужны, эти таблеточки. Особенно нужны в определенный период месяца. Ладно, тут еще хоть что-то отдельное. Нурофен Интенсив. Нурофен капсулы 8 штук 16 и 24. Нурофен Экспресс Форте капсулы 10 и 20. Я уже не говорю про сиропы и прочее. А теперь гвоздь программы. Все, что меня больше всего удивляет, это Нурофен 6 плюс таблетки и Нурофен 12 плюс таблетки. Прям как в кинотеатрах сеансы. С его одинаковым составом, как у обычных таблеток. Вы нахрена нас нахуете всех? Да, действительно, нахрена? При том, что, подчеркну второй раз, ибупрофен – основной действующий компонент во всех этих невероятного количества упаковках.